Вновь в контрольной игре Славолюб Муслин не дочитался сразу нескольких своих бойцов. Вратарь Усминский, полузащитники Ломбарский, Дринчич и нападающий Пикущак не смогли сыграть с Металлургом из Донецка. Но главная причина того, что в первом тайме Краснодар проиграл соперникам центр поля, крылась вовсе не в кадровых проблемах, а в тех нагрузках, на фоне которых команда проводила матч. Металлурги, прилетевшие в Турцию 30 января и успевшие провести лишь один полноценный тренировочный день, выглядели куда более свежими и мобильными. Команда из Донецка демонстрировала хорошее движение и в дебюте матча взяла мяч под свой контроль. Краснодарцы до поры до времени оборонялись грамотно, не позволяя соперникам создавать по-настоящему опасные моменты. И когда показалось, что горожане вроде бы начали выравнивать игру, в их воротах оказался первый мяч. Передача из глубины поля застала врасплох защитников Краснодара, и центр-форвард Металлурга Виталий Иванко расчетливо перекинул рванувшемуся ему навстречу Городова. Не прошло и трех минут, как черно-зеленые впервые заставили вступить в игру украинского голкипера, который с трудом вытащил из-под перекладины мяч, посланный Сержио из-за пределов штрафной. А вскоре Марсио здорово сыграл в отборе, проникающей передачей отправил на рандеву с Бандурой Мовсисяна. Ну и в этом эпизоде страж ворот донецкой команды сыграл выше всяких похвал. Впрочем, Бог, как известно, любит троицу, и свой третий шанс черно-зеленые сумели таки преобразовать в гол. Юра Мовсисян сначала сам обокрал защитника, а затем, получив своевременный пас от Сержа, хладнокровно пробил под опорную ногу голкиперу. Забитый мяч пригасил наступательный порыв краснодарцев, тогда как Металлург, наоборот, взвинтил темп и провел несколько весьма острых атак. Дважды подряд горожан выручал города, сначала переигравший в ближнем бою Казаряна, а затем среагировавший на удар головой Нельсона после подачи углового. Но когда партнеры вывели на ударную позицию все того же Виталия Иванко, первый номер быков оказался бессилен. Молодой нападающий Столиваров аккуратно уложил снаряд под дальнюю штангу. Восстановить равновесие незадолго до перерыва мог Тубич, откликнувшийся на подачу Мовсисяна. Увы, мяч от головы защитника Краснодара взмыл вверх и рассек воздух над перекладиной. Новый по существу состав черно-зеленых, который Славолюб Муслин выпустил на второй тайм, с первых минут развернул ход игры на 180 градусов. Краснодар заметно прибавил движений, и в течение примерно получаса все события в матче происходили по существу на одной половине поля, той, где находились ворота Металлурга. Вот только мяч упорно отказывался в них идти. То в завершающей стадии быкам не хватало точности, то своих защитников удачно постраховал голкипер Бандура, а в одном из эпизодов на помощь вратарю коллектива из Донецка пришла перекладина. Лишь в концовке второй половины, когда подустали те краснодарцы, которые появились на поле после перерыва, Металлургу удалось несколько успокоить игру. Тем не менее, еще пару неплохих возможностей отыграться горожане создали. Оба раза на ударной позиции оказывался Михеев. Но с первым его выстрелом не без труда справился Бандура, а второй прошел в стороне от створа. В итоге до финального свистка счет не изменился, и Краснодар потерпел первое в межсезонье поражение.